Детка, я лечу. Ох, мать, не стреляйте только в меня, пожалуйста. О, щит. 312. Бляха. Станция неактивна, но цела. Вероятно, отсутствует питание. Предлагаю найти место для стыков. Блять, тихо. Секунду. Следующая точка автопилота полностью совпадает с координатами детки, переданными вам в последнем сообщении. Она и капитана звала на помощь, раз он отметил ее. Это точно не сулит нам ничего хорошего. Я бы слетал бы починиться бы, блять, на самом деле. Где точка-то? Это вот это что ли? Хотя, может, и не слетал бы. Раз это так близко. С какой стороны-то? И сразу старайся не мочиться на электроприборы, оголенные провода. В игре тоже. Это что, блядь, звезда смерти? Ненавижу ускорение. Судя по всему, мы на месте. Глава 5 присадишь. Новость плохая. Хорошая, что вы очень ловко научились крутить штурвал. А плохая, вы уже не управляете Нормандией. Похоже, это старая магнитная система разгонных шлюзов, и автопилот перехватил управление для принудительной стыковки. Я не очень много знаю про магнитные шлюзы, но, вероятно, отстыковаться без удаленного разрешения на вылет нам уже не позволят. Разумеется, никакой выживший здесь быть не может. Это обломки старой космической станции агентства Брессидж. Мы на таких уже бывали. Нет, я понимаю вы. Но как капитан Шепард купился на сообщение от этой детки и проложил сюда маршрут? Ума не приложу. Не знаю. Не знаю, как-то вот. Чего я хотел? У нас есть бластер запасной. Есть. Ну, даже не знаю. Что здесь может быть? Пойдем. Теперь сомнений нет. Это старый магнитный шлюз с активной системой разгона. Узнаю некоторые детали. Нам придется поискать центр управления шлюзовыми камерами, если мы хотим улететь. Че? Давно не пользовались. Думаешь? Насчет вот этого. Комок пыли. Доказательство, что место, в котором был найден этот комок, давно не посещалось людьми. Дедукция, Ватсон. Перекати поле, блядь. Это ты мне сейчас? Сейчас первое, что я сделал, это пошумлю, блядь. Центр управления. Yep. Мы уже бывали на обломках этой станции. Узнаю комплектующие Брессидж 50-летней давности. Рекомендую быть крайне осторожным. Нас уже могли обнаружить и подготовить хитроумную ловушку. За следующей дверью? По-любому так и будет. Дверь не скрипит, может нас даже и не... Конечно, блядь. Ну-ну. Маскарад окончен, жалкое человек. Подготовить его к допрос. Больно подготовить. Я запутался. Это все же не детка, да? Да. Что? Прикинь.
наконец-то рассказать правду, я верить твоя. Такая себе правда. Скажу честно. Тебя это не спасти. Вы, человек, всегда все портить. Все шел так гладко. Наш создатель под видом космической похороны создал непобедимейшей армии из роботы-грабы. Зеленая вселенная должна были остановить лайнер. Мы всех убивать, захватывать ядро и подключить к великие материнские станции. Мощность ядра позволит наш создатель управлять грандиозной атакой грабов по всей галактике и захватить власть, но человеки из зеленой вселенной не смогут сделать простейшей работы и врезаться на лайнер в наш центр, повредить наш материнский станция. Идиота. Как ты куришь? Но это не важно. Война уже начался. А раз вы не успеть передачу компромат, человеки не смочь подготовиться. Главная атака не будет централизован без ядро. Но нас много, и мы все равно захватить мир для наша создатель. А ты умирать, увести и подготовить к утилизации. Ты же скафандр ударил. Эй, не время спать. Чувствуете мои разряды? Попробуйте подняться. Нам нужно что-то предпринять. Давайте. Давайте, тише. Почему она шевелится? Черт. А вы не подготовить ее? Как твоя очнуться? Твоя должен был лежать. Твоя тело не должна двигаться. Ты портить бальзамирующий состав. Но да не важный. А раз уж твоя так цепляется за жизнь, то прежде чем твоя умирать, я показать тебе кое-что. Да, я показать тебе это. И ты не сможешь это пропустить. Что бы ты ни делать, ты не сможешь пропустить эти ползущие буквы. Быстрее, жмите! Жму! Не работает. В этой игре хоть какие-то механики есть? Похоже, это был наш последний шанс. Мне жаль, что все так закончилось. С вами было интересно. Пора заканчивать, человек. Честно сказать, я думал, что нам конец. Но никогда нельзя недооценивать ваш талант ломать вещи. Ладно, нужно выбраться из этой клетки. Сомневаюсь, что петли на решетке крепче, чем все, что вы разрушили до этого. Ну, все, что осталось, это надоедливого роботового гроба. Хотя нет, еще осталось несколько синяков и легкое чувство разочарования. Ведь даже отомстить не получится. Ну... Ненавижу, блять, роботов. Неужели мы нашли хозяина, спасшего нас с корабля? Почерк идентичный. Это прямо судьба. Не говори. Так, а чё мы? Чел. Чё-то я... Чё-то я... Слушай, а как мы вылезем отсюда? Подожди. Судя по всему, критических сбоев у них в мозгах было немало. Столько продержаться без обслуживания. Удивительно, что они вообще способны были работать. Действительно. Что делаем-то? Игра. 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 Что-то залагало или что? Я что-то не пойму. Я что-то не могу выход найти.
Найти выход. Классная задача. Нравится. Найти выход. Не могу найти выход. Чего? Игра. Я, конечно, все игра. Почему она только здесь была активна? Ага. Петли нужно сломать, окей. Сколько тут осталось этих гроботов? Да, мы встретили детку. Дверью не пользовались лет 20. Не и думаю, убили ее. Можем ее открыть. Тут явно проводились какие-то эксперименты. Смазка. Шарнирная, минеральная. С комплектом впитывающих салфеток. Не уверен, как именно этим пользовались роботы, но спрашивать скафандр что-то не хочется. Детка оказалась гроботом, что было очевидно. Это же старая капсула консервации. И, похоже, в них лежит вся команда этой станции. Где? Чё-то я не вижу. Вот теперь вижу. Чё-то ты заранее как-то мне... А это, похоже, ваша капсула. Ужасно. Они же хранят трупы прямо в скафандрах. Я бы не хотел застрять тут с вашим телом на 40 лет. Ты за мужик. Оборудование сильно повреждено, даже гравитация отключилась. Хорошо, хоть кислородные генераторы функционируют. Кстати, как вы так быстро к ним подключаетесь на любых обломках? Это начинает вызывать вопросы. А это что еще за... Комбайн. Кек. Как мне... Тут что-то собирали. Или кого-то разбирали. Снейк, are you okay? Снейк? Снейк! Потрясающе. Это уже за гранью. Видимо, мы все же нашли детку. Как я понял, гробы использовали людей в качестве основного источника энергии, экспериментировали с бальзамированием, пересадкой органов, модификацией тел. Это детка та самая? Та самая? Изначальная? Оригинальная? Вау. Похоже, это единственный выход отсюда. Thank you.
Нормандия. Не рекомендуется далеко отлетать от станции. Нам все еще нужно найти центр управления. Да и попасть на Нормандию снаружи мы не сможем. Так, найти выход. Чего это он там ковыряется? Это же не ваши трусы. Надо быть очень аккуратными. Вероятно, они устраивают нам засаду. Какие трусы, блядь? О чем речь? А? Здесь можно войти? Похоже на какой-то технический коридор. Надеюсь, отсюда мы сможем попасть к центру управления. Сижу. Я все еще не могу поверить, что агентство Брэссидж оказалось напрямую замешано во всем этом. Если робот не соврал, то нам нужно обязательно передать компромат до начала массированной атаки, иначе возвращаться будет попросту некуда. Думаю, неподалеку от ядра должны сохраниться передающие системы. И ради сохранения галактики я бы настоятельно рекомендовал ими воспользоваться до того, как мы попытаемся активировать варп-прыжок. Тот момент, когда, короче, это... Играешь не ретро, и тебе донатят. Что ты лучше ретро-стример, чем оскорбляешь, блять. Как работает это? Понимать, логика. Что? Так. Санёк напился. Да не... Может, и здесь, я уже помню, блядь, где меня допрашивали. А, вот лампа. Один из центров управления станцией мы нашли. Можно... Хе-хе-хе, вот она, детка. Настоящая. Главный. Сука. Кассеты. Похоже, основные системы еще работают, в отличие от этого. Подробные планы по подключению материнской станции. Придется поверить ему на слово. То считывать магнитные пленки взглядом меня в школе не учили. Так, что делаем-то? Гроб был подключен к центру управления и сгорел вместе со всеми разъемами на панели. Я не смогу подключиться напрямую, но с вашей помощью можно попробовать сделать это через самого робота. Только бегите как можно тише. Наверняка нас ищут. Отлично. Теперь переключите вон тот маленький приемник. Готово. Я подключился к... Нет. Ой, нет. Она же ржавая. Отвратительно. Так, я... В общем, стыдно признаться, но прямой связи со станцией у робота больше нет. Зато сохранился незашифрованный блок кеширования, где я просмотрел самые отвратительные моменты жизни данного гроба. Еще я просмотрел пароль к дверям и магнитным шлюзам, но отвратительных данных было гораздо больше. Можем возвращаться на Нормандию. Где она? А мы там внутрь попасть не сможем, наверное. А как вернуться-то получится? Или ты что-то где-то двери открыл? Похоже, охрана погибла без нашей помощи. Повезло. Ха.
В смысле, без нашей помощи. А кто им помог? И в чем, блядь, везение? Как можно тише. Что-то не так. Думаю, за следующей дверью нас уже ждут. Приготовьтесь. Да я даже готовиться не буду. Никого. Ну. Слишком тихо. Будьте предельно внимательны. Да ты заебал нагнетать, блядь. Тебе делать что ли нехуй? И тут никого. О-о-о. Готовьте оружие. Сейчас будет жарко. Не будет. Убитый выстрелом в затылок. Около 30 лет назад, судя по мумификации. Где выход-то? Это дверь? Сейчас расплавлюсь от напряжения. Похоже, они слишком умные и устроили засаду прямо у Нормандии. Да никто, блядь, ничего не устроил. Что ты, блядь, кипишуешь? Не будет ничего. Чисто. Нас заманивают в челнок. Это плохо. Да никого не будет, заебал. Постарайтесь не повредить челнок, если начнется стрельба. Все, это конец. Они на капитанском мостике. Я не знаю, что делать. А где засада? Я зря включил нагнетающую музыку, что ли? Ладно, не важно. Ну, да. Пора улетать. Разрешение на вылет получено. Остался последний шаг. Роботы хотели подключить ядро напрямую к кораблю с материнской станцией. Нам необходимо провернуть нечто подобное с Нормандией. Для длительного перелета до обжитых секторов на прогулочном челноке потребуется колоссальный запас энергии, и, как я уже упоминал, ядро может нам его дать. Если мы окажемся быстрее взрыва, конечно. И да, раз уж никакой детки не существует, мы обязательно должны... Привет. Что? Я вижу улучшение сигнала. Шепард, вы убрали оборудование перехвата, у меня заканчивается кислород. Роботы на каждом шагу, поторопитесь, я постараюсь все сделать. Роботы же погибли на наших глазах. Второй раз мы на такое не попадемся, ведь... Эй, полегче, я же сейчас перезагружу. Что происходит? А нужно было поаккуратнее. Мы чуть не врезались. Вот это поворот! На одну и ту же приманку. Нам необходимо разослать компромат по всей галактике и подключиться к ядру, не взорвав самих себя. У нас нет времени на несуществующих выживших. Игра, ты это заканчивается, планируешь, нет? Или что? Еще одна глава. Автопилот Шепарда все еще активен. Надеюсь, при перегрузке систем он просто вырубится, иначе я не смогу изменить маршрут для варп-ускорения. О, это оно. Ядро. Вот это? А это давайте что? Давайте на секунду забудем про детку. Нужно осмотреться. Нормандия, вы уже так близко, я не успеваю. Я вышла вам координаты. Но вы должны быть осторожны. Здесь очень много роботов. Она я нормально писать начала? Сообщение. Ага, знаю. Кстати, у нее больше нет этого ужасного акцента. Ну вот и я заметил это. Да. Теперь начинает казаться, что игра затянута. Я подключилась. Это их растревожило. Будьте аккуратны. У меня ощущение, что мы влезли в середину разговора. Может, была выделена своя дохлая детка? Я даже попал, нихуя.
Уворачивайся, 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 бля. Я топ-ган проходил, сука, отъебись. Впервые вижу такой корабль. Похоже, именно через него гробы собирались подключить ядро к материнской станции. Да это, блядь, гигантский гроб. Судя по активности. Хотя я так и не понял, насколько же невероятен должен быть искусственный интеллект, управляющий целой галактикой гробов. У меня корабль сейчас кончится, блять. Серьезная игра. Я не знаю, игра что-то затянулась прям до ужаса. Это муви. Впервые вижу шлюз с искусственным интеллектом, но он нам явно не рад. Мы его сильно разозлили, пристыковавшись без разрешения. Слышали бы вы все эти выражения, шлюз нас просто ненавидит. Как корабль починить, блять? Вижу вас, начинайте подключение. Я попробую план Б. Подключение? План Б? Люблю шарады. Я тоже. Если получится собрать на ее основе передающий блок, мы сможем запитать Нормандию и не проплавить обшивку. Интересное место. Подключение, она сказала. У меня появилась безумная мысль, но давайте осмотримся. Так, этот корабль точно подключен прямо к ядру. Меня не покидает мысль, что мы можем это использовать, если соберем стабилизирующий блок. Что, блядь, за банкомат? Идеальное место для отводящего блока. Наверное. Попробуйте переключить вон ту красную рукоять. Да, все идеально. Мы сможем подключить Нормандию к ядру через этот корабль и активировать варп-прыжок, если найдем пункт управления. Затем нам останется лишь... Стоп! Вам не кажется странным поведение камеры? Такое чувство, что она специально фокусируется на воротах, как будто прямо сейчас из них выбежит толпа агрессивных роба... Ох ты ж... Это я сделал. Я научился видеть будущее и стрелять молниями. Я не сомневался, что я гений. Ты в порядке? Я увидел большое скопление роботов рядом с Нормандией и активировал силовой кабель. Меня перебивает. Хотя в этот раз я ей даже благодарен. Возможно, этот гроб так вжился в роль женщины, что действительно решил нам помочь. Давайте скорее подключать Нормандию и убираться отсюда. Я не успел дочитать. Он перебил ее. Вы в порядке? Я видел большое скопление роботов рядом с Нормандией, активировал силовой кабель у шлюза. Я боюсь только, что этим я могла себя выдать. Говорят, детка настоящая, говорят. Силовой блок. Создавать непонятно чего, правда. Так, бля. И здесь тоже не прокатит. Ну-ки создавать это все. Идем создавать. Опа, че это тут, бля, я сейчас лутану. Спасибо. Так, снаряжение, предметы. Есть путь. Передающий, стабилизирующий, отводящий, правильно? Передающий, отводящий, стабилизирующий. Окей. Снаряжение, предметы. Два магнита, два щелча, две электроники, четыре смолы. Два магнита. Раз. Два. Две щелочи. Две электроники. Щелочи.
электроники. Что там еще? Четыре смолы. Ну, эти как раз четыре. Раз, два, три, четыре. Одна есть хрень. Ну, говори. Два алюминия, два пластика. Две изоленты. Что там еще было нужно? Компенсатор. Спасибо. Компенсатор, индуктор, генератор, лейкоплазма. Полагаю, я все это насобирал, пока ходили. И теперь можно не ходить. Великолепно. Долго блок не продержится, но нам и не нужно. Достаточно будет одного импульса к ядру Нормандии. Хорошо. С этим блоком есть шансы не зажариться вместе с Нормандией. Прекрасно. Если я все правильно просчитал, то этот блок сумеет отвести излишки энергии подальше от Нормандии. Все готово. Внезапно задач нет. Вижу потерю энергии у материнской станции. Значит, вы уже закончили. Выдвигайтесь к центру управления. Я в розовом скафандре. Встречу вас у шлюза 5А. Мне кажется, или это сообщение не закончено. Я, конечно, все еще ей не доверяю. Но, вероятно, выбор у нас небольшой. Где тут шлюз 5А? Где-то наверху. Где-то далеко в памяти моей. Ох, ё. Смотри-ка, смола. Надеюсь, все гробы были нами уничтожены еще на подлете. Без Нормандии я бы туда не летал. Не ссы. Чудо. А, ящик. Ну чё, тут прям до хера всего летает, на самом деле. Видимо, нам сюда. Скрыть. Что-то нас никто не встречает. Ни в розовом, ни в каком другом скафандре. Похоже на технический выход для обслуживания обшивки лайнера. Давайте в этот раз будем осторожнее. Я не хочу опять получить палкой по шлему. Какая-то странная точка для встречи. Может, пойдем назад? Не-не-не, назад, это в другой стороне. Да подожди ты. Ох, не нравится мне это. Там детка какая-то команда с походу. Это каюты персонала, а не центр управления. Странно, персонал явно был убит давно. С кем тогда произошла перестрелка? Ты меня спрашиваешь, я без понятия. Плакат из коллекционного набора игры. Это что, блядь, Властелин колец будущего? У меня такой был. Я уже даже не вспомню, куда подевался. Может, где-то его стащил. Ему всегда эта игра нравилась. Думаю, все из-за тонких отсылок политики партии и их великому покорению космоса. Космические орки, братство Королевской башни. А вот и игра.
Сама. Это детка? Или она вон там? Что-то здесь слишком много деток, и они явно интересовались этой каютой. Мошки в дворе с 7 врачам, заболевшим во время 10-летней эпидемии. Понятно, блядь. Ай, с вами тебе, блядь, опять ковидными шутками, блядь. Это детка? Детка, ты жива? Тут были выжившие. Бигуди. Усиленный лом. Кролик. С любовью. Радиотелефон у нее был. Отчет. Первый отдел стабилизации. Заведующему прошен ВА. Ишь ты ж, блять. Это явно самодельный пульт управления и связи. Не подключите меня. Интересно. Отсюда осуществлялось управление некоторыми оставшимися системами лайнера, включая пункты связи. Здесь множество технических данных по ядру, планы помещения. Что ты печатаешь? Коды доступа к секретным отсекам. Великолепно. Я загружу компромат и попробую разослать его по всем доступным каналам связи лайнера, и давайте уже найдем центр управления. Компромат успешно улетел. Надеюсь, сигналы кто-нибудь перехватит. Улетел? Что значит улетел? Давай там, не надо это. Улетел, блядь. Все схемы сгорели. Такое ощущение, что они самоуничтожаются. Нет, там что-то еще. Еще дальше. Судя по схемам, нам вон в ту дверь. Похоже, все гробы убежали туда. Так, код допуска А, это 4498933Q. А где тут Q? Что такое Q? Кулак. Кулак? Я вообще пошутил. Q это код управления. Ну да ладно. А вот теперь нам точно стоит быть осторожнее. Непонятно, куда побежала вся эта толпа гробов. Тоже такая детка, что ждет нас в центре управления и когда все это закончится. Что-то, блядь, вообще прям нехорошо. Очень нехорошо. Куча аптечек. Чё-то мне это не нравится. Ну что, блядь, на войну собрались? У меня 4 бластера, больше нету. Убиты недавно. Кто-то неплохо стреляет и знает их слабые места. И где их слабые места? Вот это что ли? Жаль, но он сгорел. Или она. Жаль? А что тебе жаль-то? Да не буду я ничего убирать в сундуки. Нахуй, не нужно. Прыг ткани. Розовый скафандр. Детка, детка, живи, я иду. Лом? Зачем мне лом? Сейчас-то уже зачем? Металл-то уже не лезет, блядь, никуда. Проникновение на первом уровне. Уничтожить. Это нам? Хотя нет, мы же на пятом. Ты шо, Кладос? Проникновение на пятом уровне. Уничтожить. А вот это уже нам.
Что, блядь, за ГЛАДОС у вас тут? Свинец, блядь, валяется. Блядь, возьмем швабру, пизды всем дадим. Хорошее реально предчувствие, ну это, возможно, это бред. Скорее всего, бред. Осторожно, турель. Автоматические плазменные орудия на борту космического корабля. Это не очень разумно, даже для сверхсекретного объекта. Так, нам направо. Хотя нет, я не знаю, у меня отсутствует функция навигатора, только координатная сетка. Я не знаю, хуйней занимаюсь, блять. Да они обе дороги ведут в одно и то же место, ну камон. Прям сто пудов. Как же вы надоели, тараканы. Вы уничтожили все, что создавалось годами. Вы вирус. Дверь закрылась сама. Ничего не понимаю, но очень интересно. Ломайте ее. Тебе интересно, скафандр? Ты же турель не носишь. Почему ты вмешиваешься в естественный ход событий? Похоже на ту безумную диагностическую станцию, которая лезла на нашу радиочастоту. Безумную? Что есть безумие? Разве с любой отторжение непонятных тебе идей не есть безумие? Брессидж стремится к равновесию, а вы создаете лишь хаос, оперируя устаревшими нормами общества. Безумны здесь вы. Я ничего не понял, но нам не помешает осторожность. Думаешь? На каждом шагу эти бутылки, блядь, хилки лежат. Вау! Ау, ау. Ау, 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 ау. Я часом не мимо пробежал, что-то, блядь, это... Хотя, ну, выше вроде. Алло, алло, ну хватит. Стрелять можно, но оружие здесь работает как говно. Ваши попытки что-то изменить тщетны. Так что бессмысленно. Война уже началась, и Брэссидж не остановить. Где-то я это уже слышал. Ах да, от тех гробов с телевизорами. Неужели это и есть материнская станция, которую они так стремились подключить? Гробы с телевизорами? Вы даже не поняли их идею, их гениальность и практичность. Не отвечайте ей, просто молчите. Хотя, кстати, а вы вообще умеете разговаривать? Хороший вопрос, да. Столько времени-то спустя. По-моему, я назад вернулся. А где дальше проход? Вот это что ли? Ушатало, нихуя.
Да компенсатор-то, блядь, мне зачем? Алло, игра. Возьму. Мало ли. Незаменим при работах высокой точности, труднодоступных местах, при пониженной видимости, мощность 200 кВт, стабилизирующая головка, асинхронный биток. И еще вы знаете, что такое вообще. Думаю, я могу это взять? Дай полон. Подожди. Какой инструмент? Инструкцию к нему я вам, конечно, не дам, нам еще понадобятся ваши руки. Но если бы он нашелся в начале нашего приключения, мы бы с ним новый лайнер собрали. Это ж турель, блядь. Понятная штука. Да, блядь, тут ты-то еще нахуй чё здесь? Задумайтесь, сколько мусора создает человечество. Как бездарно растрачивает ресурсы. Вы готовы ради моды сжигать, закатывать в цинк и даже выбрасывать в космос своих умерших. Вы уничтожили миллионы видов и создали синтетическую жизнь. Вам нужно измениться, и Брейсидж поможет вам. Может и поможет, но мы уже рядом с центром управления. Во-во. Оу! Да чем я собираю эти ядра, блядь, даже сам не знаю уже. Эта хуйня тоже непонятно зачем. Застряли в текстурах. Ну хуй знает. Чё-то я как-то не верю в это. Ну да ладно. Может так и... Сохранение. Инженер, блять. Если вы не способны понять, а вам остается только смириться. Сейчас бы не помешала помощь, детки. Брэссидж, это новая реальность. Скафандр, ты разве не один из нас? О нет, я что-то чувствую. Нет, 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 это какая-то программа, заложенная основателем. Она заставляет меня... А, нет, это пузырек воздуха в охлаждении. Давайте уже найдем центральную панель и взорвем тут все вместе с ядром. Сука. Так, это что еще, блядь, такое? Нам не дадут подобраться к центральной панели, если мы не избавимся от стрелков. Нужно осмотреться. Ты же, блядь. Да, блядь, то стрелять-то, ёб твою мать, откуда? Вы чё, блядь, самонаводящимися ебашите? Галактика утонет в крови. Без централизованного управления Брейсидж начнёт беспорядочно. Да я, блядь, попасть даже, блядь, не могу. Молодцы.
Они тупо стреляют какое-то время, потом все. А, написано стой. Подключите меня к ним. О, нет, они все еще работают. Это ужасно. Уберите руки. Их сплели в единую интеллектуальную сеть, уничтожили все признаки индивидуальности, стерли все программы помощи носителям. Кто-нибудь уберите. О, господи. Оттуда. Это что такое? Это... Кто-нибудь. Да что, скафандры? Это материнская станция. А ты что думал, скафандр? Что тебя создали помогать на похоронах? Уничтожьте это. Ты идиот. Ты просто больной нейрон моего мозга. Прошу, уничтожьте это. Лучше вас в таком деле нет никого. Не смей. Ты это часть великого плана Брэссидж. Вы посмеете это сделать. Я найду решение. Я же умнее вас. Так вот, кто я такой? Я умнее вас. Я найду решение. Я умнее. Да, умнее вас. Решение. Я умнее вас. Гладос, блядь. Ё, хитбоксы здесь капец полный, блядь. Последняя аптечка. Да что ты несешь? Вы были созданы, чтобы стать частью Брэссидж, частью величайшей системы. Очни пусть. Пизда мне. Ну, я тоже знал. Здесь только аптечка была. Давай загружать, ну. Чё-то.
не было нигде хилок лишних. Я бы взял бы. Но нет, так нет. Открой. Убирайтесь, если вы не способны понять, а вам остается только смириться. Сейчас бы не помешала помощь детки. Брэссиш, это новая реальность. Да-да-да. Ты разве не один из нас? О, нет, я что-то чувствую. Нет-нет-нет. Ну, скипается, нет. Программа, заложенная основателем, она заставляет меня... А, нет, это пузырек воздуха в охлаждении. Давайте уже найдем центральную панель и взорвем тут все вместе с ядром. Ты, блядь, ебанутая, что ли, игра, блядь? Панели, говоришь мне, беги, блядь! Чего нахуй? Ты, блядь, серьезно? Серьезно, блядь? Как-то она первый раз долго стреляла. Подключите, мне кажется. О, нет. Они все еще работают. Это ужасно. Уберите руки. Их сплели в единую интеллектуальную сеть, уничтожили все признаки индивидуальности, стерли все программы помощи носителям. Кто-нибудь, уберите их оттуда. Это аморально, это... Кто-нибудь. Это и есть материнская станция. А ты что думал, скафандр, что тебя создали помогать на похоронах? Ну тут, конечно, бредово, что это все не скипается. Ты идиот. Ты просто больной нейрон моего мозга. Прошу, уничтожьте это. Лучше вас в таком деле нет никого. Не смей. Ты — это часть великого плана, Брэссиш. Вы не посмеете это сделать. Я еще как посмею. Я же умнее вас. Так вот, кто я такой? Я умнее вас. Умнее. Я найду решение. Я умнее. Да, умнее вас. Решение. Я умнее вас. Да кому? Thank you.
Я могу здесь стоять? Могу. Спасибо. Скафандры бы этого хотели. Хотели? Да что ты несешь? Вы были созданы, чтобы стать частью Брэссидж. Частью величайшей системы. Очнись. Что там за слово? Очнись. Нет слова. Слово. Очень. Что это за дрянь? Вы хотите гибели человеческой расы. Вы хотите смотреть, как медленно угасает вселенная в бесконечных волнах. Доверьтесь силе Брэйси. Ты хочешь сказать, меня здесь не достанет? Серьезно? Ну ладно, окей. Типа надо было сюда сначала пойти. Ну ладно, окей. Я как-то не с той стороны начал, судя по всему. Ну ладно, ничего. А я не видел эту сторону даже. Ну тихо. Да ну тихо, блять, уёбки. Мы на правильном пути. Клинит, ты сам клинит. Роботы, все атакуй. Клин не то, что было в Моргар. Галактика не станет в клинит. Будь умная, Метрон, и я не трогаю. Не трогаю. Чё несёт? Роботы, клин, колон, не дай скафандр. Станция тупеет, как я и полагал, но похоже, она отправила всех роботов к нам. Ай-яй. Последнюю. Это последний. Скорее к центральной панели, пока гробы не добрались до сюда. Будем надеяться, что мы все правильно подключили к Нормандии. Но на всякий случай я с вами прощаюсь. Прощай, скафандр. Потрачено. И какой бездарный итог. Шедевр вашего деда достоин лучшей участи. Так, я бы не нажимал все подряд. Ты уже поздно, я уже нажимал. Как разогнать ядро и направить энергию, но чего-то явно не хватает. На схемах указана система экстренного управления, но здесь ее нет. Стоп, эта кнопка в моих данных отсутствует. Не нажимайте ее. Мы не знаем, что может случиться. Ай, поздно. Ладно, вы бы ее все равно нажали. Курица. Это вообще что? В записке вашего деда что-то упоминали про курицу и ключ, но не буквально же. Вы это... Сука. Там же лапки. Ведь схема же... Это система экстренного управления. Ава-вирус.
Вирус. Ах, вирус. Апрорапа. Вирус. Что? Вирус? Разгон ядра? Бежим отсюда! Он начинает разгоняться. Мы должны успеть в Нормандии, пока ее не расплавило. Любушки, воробушки. Это был его запасной план по уничтожению ядра. Неужели он обо всем догадывался? Черт, я рассчитывал, что у нас будет больше времени. Осторожно! Нет, нет, нет! Берегите голову! Едрить идеально. Прям это, проскочил. Проскочил везде. Что происходит? Костюм горит. Чутка горит. Ну, нормально. Или ненормально? О нет, мы попались. Да это картонка. А вот розовый скафандр. Что-то я уже ничему не удивляюсь. Детка, она реально? Поход. Надо уходить, не стойте. Осторожно, это же бронестекло. Это должен быть специальный молоток для разгерметизации. Она молодец. Эта детка начинает мне нравиться. Только вот держаться надо. Воу. Ты ее прям схватил за всякое. Ты че? Ебать, куда мы летим-то, блять? Остановись. Автопилот Шепарда отключился. Активирую варп ускорение. Надеюсь, я правильно настроил координаты, и мы не прыгнем на какую-нибудь нейтронную звезду. Прыгнем, обязательно прыгнем. Чтоб мы-то не прыгнули. Чего, блять? Чего происходит? Блять, мы что, в сабнафтику попали? Прости, господи. Просыпайтесь. Мы уже вышли из варпа в районе 15-го сектора. Планета Земля. Правда, смешно было. Забитыми двигателями. Не знаю, как вы доползли до кровати. Я и сам надолго перезагрузился. Но вы должны срочно взглянуть на это. Это же не флот Земли. Ох, воу. Нет, это не корабли людей. Но флот Земли тоже здесь, а значит, наше сообщение дошло. Похоже, война и правда началась. Я на связи со скафандром детки. Сейчас он ее разбудит, и нужно затаиться до прикрытия. Нет, постойте. Вы же не собираетесь ввязываться? Я по протоколу безопасности Брэссидж, я обязан... Хотя знаете что? Пошел этот Брэссидж. Это было... Мне реально абсолютно не понравилось начало этой игры. Ну, оглядываясь на то, что было после. Я просто вообще не понимаю, зачем оно было нужно. Мы строили всякую хуйню, чтобы потом просто улететь и все. И как бы, ну, забить на это все. Это странно. И дальше абсолютно другая игра началась.
Да и стоило на это тратить 15 часов? Не знаю. Но концовка годная. Концовка мне понравилась. Фух. Очень много русских. Это вообще русская игра, что ли, совсем прям? Я просто вижу, что очень много русских в титрах. Разрабов. Да и тестеров. Я просто особо не вдавался, кто делал игру. Мне нравится, как здесь это типичная для этого, как для выживалки херня, что ни один никто не выжил. Единственный, кто выжил, лица его даже не показывают. Вы выжили в великой космической мясорубке, спасли принцессу, победили страшное зло своим карающим ломом. В ближайшее будущее вас ждет немножечко приключений под видом бесплатного дополнения, пока вы можете либо вернуться в меню и выйти уже из этой игры, либо продолжить пылесосить галактику в поисках ненужного барахла. Продолжить что будет? Абсолютно ничего, да? Абсолютно ничего. Круть. Ну ладно. Пришли. Медведь, спасибо, Азикур. Наверное, муви.